Один взрывается, другой это. Стоящий мертвец. Они пришли сюда молиться, когда все началось, угу. В первый день. Похоже, мой путь лежит через собор. Ну ладно, рискнем тогда. Да что? Ну и приключения, блин, нашли на свою голову. То призраки, то или какие-то люди, блин, сгоревшие, потом взрываются, когда их убивают. Придумали же, блин, это. А, этот опять психопат. Ты болен. Потолкуем в исповедальне. Не без твоей помощи. Nightmares haunting you, Doc? Or is it the guilt that keeps you up? I know something about guilt. My hands are covered. Ты почти гордишься. You seem to understand. These are the hands of deliverance. We're all making sacrifices, Doc. But only a few can take the burden of the others and carry it as their own. It was also your... Я не просил избавлять меня от нее. Oh, you almost make me feel bad about it. You always wanted to be someone extraordinary. Did I rob you of your dream? No. The real question is, are you going to do something about it? Or are you just going to keep on releasing stress through violence? We'll see, I guess. You'll see, that's for sure. Let me illuminate. Стекла попали. Кровь чья-то. Это есть у нас хоть? Куда идти надо? В ту сторону. А ты он что ли стрелял на меня? Здорово. Патроны, а что-то мне это не нравится, как не нравится. Что столько патронов подобрал я. Да. И тут еще 22.
Удар ножкой. Еще удар ножкой. Короче, мы идем по кровавому следу. Ага. Все, он нас стреляет. Постой, я не понял. Я в него стреляю, он отклоняется как в матрице. Не пойму, что за херня там. Туда надо. Туда. Да блин, отвали-ка. No one. Так, а теперь что еще? Ага, он в поезд сел. Где ж мы теперь окажемся? Где этот конец уже, блин? Где что? Где что до конца дойти должен? Ага.